Полотно отличается не только реалистичностью, но и некоторой назидательностью и даже карикатурностью. Сам Федотов называл его нравственно-критической картиной из обыденной жизни маленького человека. Это было одно из первых произведений русской живописи бытового жанра, впоследствии породившее немало подражаний. Кроме того, художник впервые создал законченную работу с помощью масла. До сих пор Павел Андреевич предпочитал графическую технику – карандаш, акварель и сепию. В использовании цвета ощущается еще и некоторая неумелость. Художник скорее раскрашивал отдельные предметы, чем добивался гармоничного колористического решения. Поэтому картина отличается пестротой и перечерченностью. Перед зрителем возникает настоящая изобразительная история, целое повествование с развивающимся сюжетом. Живописец не скупился на аксессуары, максимально заполняя мельчайшими деталями фрагменты холста, за что его впоследствии сильно упрекал Брюлов. Видно, что беспорядок – это не результат одного разгульного вечера, а образ жизни. Здесь все работает на то, чтобы обрисовать характер и привычки хозяина квартиры. Даже лежащий на полу роман «Иван Выжигин», «Фадея Булгарина» – популярная, но низкопробная литература того времени. Ощущается, что картина наполнена звуками, разбивается посуда, падает мебель, рутся струны на гитаре, кошка раздирает обивку стула. И посреди всего этого хаоса возвышается фигура главного героя, который, очевидно, представляет прохудившийся домашний халат римской тогой, не меньше. Даже папильотки на голове заплетены на манер лаврового венка. Судя по всему, величию своего хозяина вторит и скатерть с изображением кораблей и знамен. Римская цифра 15, изображенная на приколотом к лацкану ордена Станислава III степени, обозначает годы чиновничьей службы. Это самая низкая награда, которую можно было получить по тем временам. Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь. Федотов не зря дает такое стихотворное пояснение картине. Это намек на отношение чиновника со служанкой. По-видимому, она беременна от хозяина этой захламленной темной комнатушки. Взгляд ее хитрый и лукавый, а щербина в зубах только подчеркивает фривольный характер. То, что кухарка не в повойнике, а в платке, говорит о ее незамужнем семейном положении.